Тех, кто наполняет нашу жизнь теплом, светом и делает улицы чище, наградили в зале дворянского собрания. Ирина Трошаева, руководитель диспетчерской службы. Ее трудовые будни легкими не назовешь. Много хлопот и ответственности. Однако Ирина по-настоящему любит свою работу. Ее компания отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов. Ирина заметила, что ульяновцы в последнее время все чаще следуют экологическим тенденциям. Сейчас у нас в обслуживании и желтые контейнеры, то есть куда складируется вторсырье. Вот. Сетчатые контейнеры, куда складируется пластик. Население пытается, учится сортировать отходы. В день работника жилищно-коммунального хозяйства специалистов отрасли поздравили представители власти. Александр Черепан ценит каждого работника структуры, от дворника до инженера. Более 13 тысяч человек трудятся в коммунальной сфере Ульяновской области. Хочется поблагодарить и слесарей, и электромехаников, монтеров, работников лифтового хозяйства, водопроводных сетей, и всех дворников, и всех плотников за их огромную работу, которая на первый взгляд не видна, но без нее просто невозможно было получить тот комфорт, к которому мы так привыкли. К поздравлениям присоединились депутаты и правительство. Пусть новый профессиональный год принесет много интересных проектов, ярких моментов, наполнит вашу жизнь радостными событиями. Хочу поздравить вас с этим праздником, который вот-вот наступит. Пожелать вам, конечно, здоровья, успехов, благополучия. На церемонии наградили 46 работников отрасли, а четверым присвоили звание почетного работника сферы ЖКХ. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.